6 лет я открывал кейсы, пытаясь добыть перчатки, свои собственные. Так что, как сказал один философ, мало иметь мечту, нужно каждый день идти к ней навстречу. Ну чё, парни, погнали. Начнем с клатча. Клатч самый клёвый кейс, честно говоря. С него дроп маленький, ключей очень, ну, желтого ни хрена нет. Так я и думал. Снейкбайт. Статрек слайд прямо за воду, самое интересное, наверное. Погнали. Угу. Ребят, перчатки нужны. Руки есть, а перчаток нет. Габен, как всегда, показывает свою милую сущность. Статрек бы прямо за Удасланик получить бы хоть раз. У него шанс выпадения, типа, кстати, к вопросу, шанс выпадения скина Слейд Статрек прямо с завода точно такой же, как шанс на выпадение вот этого пулемета. Однако такой пулемет мне сваливался прямо с завода часто, и даже Статрек мне сваливался. Но калаш Слейд никогда в жизни. Пацаны, казино дело такое. Поэтому вы должны понимать, что когда вы туда идете, особенно что касается вот этих сайтов, это даже не физическая, не механическая штука, когда вы дергаете за ручку и какой-то процесс происходит. Это просто программный код срабатывает и все. Он, поверьте, настроен так, чтобы вы ничего не взяли оттуда. Угу. Таттрек. После полевых испытаний. Ну, я не знаю, это рублей 30. Ничего, это ничего, это пустота. Это пустота. Если ты искал сайт, где можно найти и выгодно обменять или приобрести скины, то, конечно же, это сайт Skinsman. С помощью промокода Федор ты можешь получить бонусные $5, а также получить на депозит плюс 35% к пополнению по промокоду Федор. Очень удобные способы оплаты, карта Мир, Виза и другие. Здесь есть также система ништяков, где ты можешь выиграть скины еженедельно, ежедневно, ежемесячно. И очень интересный обмен, так как здесь нет переплаты за флоут. Используй мой промокод, а также заходи по моей ссылке в описании. А теперь поехали дальше. 30 кейсов за жизнь открыл, выпал Авик Азимов, шикарно. И вулкан пошатанный. Ну, тебе повезло, смотреть. Ребят, это рекойл. Я помню, что ключи были по 40 рублей. И кейсы были бесплатные. Сейчас и кейсы-то денег стоят, в чем вся фишка, что кейсы стоят денег. Тогда хотя бы ты платил только за ключи. Сейчас ты платишь и за ключи, и за кейсы. Перчатки бы. Немного поношенный с хуёвым флоутом. Блин. Статтрек прямо с завода нужен. Нужен статтрек прямо с завода. Да. Да. Жили бы там. Дядя, по градиенту посмотри, в каком он месте в мире. В районе 100-м месте примерно так. Полное говно. Ну, минус шампусика пока пообщаюсь. Хроматическая операция хороша, я в свое время не оставил, но, к сожалению, народ не зашла. Это должно было случиться, но не так же. Поношенная. А не поношенная. Но это твои перчатки, пацаны. Зима! Зима! Ребят, неважно какая цена. Это мои перчатки. Это мои перчатки. Это перчатки мои.
15900. Важно, что они мои. Важно. Вот и закончился эта эпопея с перчатками. Ну и по итогу ролика я хочу разыграть вот такую эмочку Василиск с холом узами, непами ликвидами. Очень красивая эмка. Тебе надо просто подписаться на мой телеграм-канал, также на канал дружественного ютубера Кабины и оставить комментарий под этим видео, которое я помечу своим сердечком. Участвуй в розыгрыше, подписывайся на телегу. С тобой был дядя Федор. Удачи!